ощущения, расскажите. Хорошие, бодрящие, то, что надо. Почему вы решили сегодня купаться? Ну, мы купаемся каждое воскресенье, собираемся здесь, в Морже Одессы. И сегодня это вообще святое дело. Праздники. А расскажите, как готовитесь? Обязательно нужно, чтобы была теплая вода для ног. Очень мерзнут пальчики на ногах. Руки еще как руки, ноги мерзнут. Теплая одежда, чай. Сегодня племянницу привела первый раз. Она вообще в захвате. Сказала, что в воскресенье она с нами. Хотя, в принципе, январь это поздновато начинать. Но есть такие люди, которые начинают. Как ощущение? Отлично, заново родился. Вода мокрая. Ну, как в Одессе. Молодые люди, скажите, как ощущения? Всех с праздником, ощущения классные. Ох, все супер. Почему решили сегодня купаться? Братик, давай теперь ты. Что там? Почему решили сегодня купаться? Потому что сегодня крещение, сегодня надо. Мы целый год не купаемся, сегодня купаемся. Смыть с себя все грехи, которые натворили за год. Я ничего не делаю, я безгрешный. Почему решили сегодня? А я уже 10 лет купаюсь. Каждый год на крещение. Что для вас эта традиция? Я верю в Бога, я хожу в церковь. Это... Мы вместе ходим в Бог, да. Ходим в церковь, и это самое. В общем, это для меня традиция. Я когда учился, начал, мне понравилось. И каждый год купаюсь. Да, да. И не болею, ни насморка, ничего. Вот уже второй раз зашли. И как вы готовитесь? Ну... Мягко говоря, готовлюсь. Если не забываю, то готовлюсь каждый день, там вечером или утром обливаюсь холодной водой. В этом году не готовился, честно говорю. И когда первый раз шел купаться, я тоже не готовился. Здравствуйте, как ощущения? Отлично. Вы знаете, идет перезагрузка организма. Это очень полезно. Вода целебная. Вы первый раз сегодня? Нет. Я ежегодно прихожу. Спасибо. Здравствуйте. Просто круто. Это второй раз. Такое настроение. Расскажите, как сегодня проходят крещенские купания? Ну, видите, сегодня хорошая погода, хорошая водичка, хорошее солнышко, все тепло, все замечательно. Люди приходят, купаются. Наверное, я так думаю, из-за того, что будний день, количество людей, которые купаются, меньше, чем количество людей, которые смотрят, как купаются. Вот так все. Так все отлично происходит. Никаких проблем? Вообще никаких проблем. Вы сами видите, насколько сегодня все красиво. Дай бог, чтобы оно до конца вечера. Я думаю, основной приток, наверное, будет после 5 вечера. Может, люди с работы будут подъезжать и так дальше. Ну, на данный момент просто вот шикарно все. Мы заступили на дежурство с 18 числа с 21:00. Сегодня до победы. Ну, до последнего называют, до последнего клиента, как говорится. Расскажите, как ощущения? Обалдеть. Второй раз колет водичка, вообще классно. Ну, жарко. Поздравляю всех с праздником, с крещением Господним. А я круглый год купаюсь. Это сегодня обычный выходной день. Ну, в общем, всем привет, всего доброго. Приходите заниматься с нами водным спортом. Еще и морживанием с тобой. Да, и у нас сегодня еще вот с другом день рождения. Передаем всем друзьям привет. Всем привет, всем удачи. Всем здоровья. Здравствуйте, расскажите, как ощущения? Супер. Как водичка? Волшебная. А почему решили сегодня купаться? Я купаюсь 12 лет с моржами. Я стою в клубе «Моржа Одесса», мне нравится. Как вы готовите? Эмоционально отбросить страх. Главное, чтобы не было каких-то особых сердечно-сосудистых, конечно, заболеваний. Ну и еще там плюс. Чтобы сосудами было все в порядке. А так все зависит от внутреннего настроения, состояния человека. Главное настроить себя, не чувствовать, что сейчас. Вот сейчас я вышла из воды, и у меня начинает нагреваться тело, и мне жарко. Вы заметили, да, красное тело? Мне не холодно абсолютно.
Да, выходя из водички, мы берем теплую воду, ну, желательно на что-то наступить. Вот такие, кстати, тапочки очень рекомендую, если люди хотят заняться моржеванием, рекомендую. В них не холодно. И когда мы снимаем, просто теплой водичкой сполоснули ручки, ножки, окончание. Вот это вот главное. И прилив пошел. Классно. Всем желаю добра, счастья, здоровья, крепкого крещения. Будьте здоровы. Любите море, любите воду. Окунайтесь, если вы рядом, если вы одесситы, если вы вообще на берегу любого моря живете. Это волшебно. Всех с праздником, желаю благодати. Багато дуже людей і різного віку, і ми попереджували, і попереджуємо всіх, хто ще буде купатися, дотримуватись елементарних правил для того, щоб це свято принесло лише задоволення і не було проблем ніяких зі здоров'ям, взагалі переохолодження. Тому дотримуйтесь правил. А ми знаємо, що ви сьогодні купались. Як відчуття, розкажіть? Ну, мені дуже подобається. Я купаюся вже 6-й рік поспіль, і мені подобається перезагрузка взагалі організму і перезагрузка голови після цього. Все-таки взимку в холодній воді покупатися, тим більше в морі. Ну, для мене це, мабуть, все-таки така якась маленька пригода, тому я дотримуюсь цих традицій і щороку хочу купатися.